Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Я уже не помню, что было в прошлом эпизоде, но я думаю, что мы просто бегали по миру и искали покемонов и качали, да. И вот сейчас я уже прокачал нашему... Так, секунду. Что-то не работает. Так. Сэм. Next Pokemon. Пусть будет R. И... Нет. Вот так. Так и так, да. Сбились настройки. Да, все работает. И нет, как будто топс нет. Вот, наш Анорит был, если я не ошибаюсь, где-то 31 уровень или еще какой-то такой. Но я ему уже прокачал достаточно-таки много уровней. И осталось только один уровень для того, чтобы он эволюционировал. Да. И вот нашей Иви еще немножко прокачал вот этих поинтов. Где они? Вот. Еще осталось, ну, где-то 70. Да. И я установил несколько модов. Ну, для того, чтобы облегчить немного игру. И я, может, попытаюсь сделать уже к следующему эпизоду уже сборку. Вот установил бэкпак, но я думаю, он нам не нужен. И я просто так его смотрел. Я думаю, я его сразу вот выкину. Забыл его удалить. И я установил новую мини-мап. Так как я думаю, именно для этого мода она намного удобнее. Так как я думаю, вы знаете, что это за мапа. Открываем читы. Ну, читы это для того, чтобы телепортироваться. Ну, ставим где-то вот. Вот здесь. Маркеры. Новый маркер. И хоу. Так, да, вот, тут у нас хоум. Так как, я думаю, вы понимаете, что этот мод не имеет там монстров, чтобы, например, убегать от них, телепортироваться сразу к дому. Так как я уже, думаю, много времени угробил только для того, чтобы, например, бежать в одну точку мира, в одну точку мира. Потом я говорю, вот, я сейчас буду возвращаться домой, потом я обрежу, где-то минут 10 бегу домой, и потом обрезаю это все. Я думаю, так будет намного легче. Где-то мы там находимся, ищем покемонов. О, у нас там, не знаю, покемонов нужно вылечить. Возвращаемся домой, лечим покемонов, телепортируемся обратно. Так как я думаю, это нельзя считать за читерство, так как это не обычный Майнкрафт, не выживание, а просто качание монстров. Качание покемонов. И поэтому, ну, чтобы быстрее качать покемонов, телепортнулся домой, вылечил и побежал качать дальше. Да, думаю, вы меня понимаете. Установил еще новые печки. Тоже, ну, я их еще не сделал, но это для того, чтобы, ну... Быстрее, например, там, например, обрабатывать априконы или еще какие-то ресурсы, алюминий. А вот, кстати, сейчас же сделаю одну печку. Так, печка сюда, железо сюда и железная печка. И я не знаю, нормально она плавит? Да, достаточно-таки быстро. Еще и как быстро. И, ну, тогда уже сделаем и эту сразу тоже. И так, где? Вот печка тут. Железо. Печка. Ставим. И две печки. Да. Немножко мы украсили наш домик. И. Я еще установил мод, наконец-то, Трикопитейтер. Я думаю, вы понимаете, для чего. Так как я уже себе нафармил, ну, 7 яблочек. И 10 раркенди. То бишь, 7 уровней я уже могу... какие 7? 17 уровней я уже могу прокачать нашим покемонов, но... Трикопитейтер, я думаю, вы понимаете зачем. Зашел в лес, нарубил там 100 деревьев. Нашел там 40 яблок.
и считайте уже плюс 40 уровней нашим покемонам. И это тоже очень хорошо. И вот я сейчас же прокачиваю нашего Анорита к его следующей эволюции. Энурит или как там. И вот. И пум. Армалду, да. Вот какое. Еще может, ну, где-то вот так пусть будет. 41 уровень. Упс. И вот, да, хорошо. Я думаю, они за мной ходят, потому что у меня вот рар кенди в руках. Так как, например, приручивать животных в нормальном Майнкрафте. А ну сейчас, да. Так это классно, если ты, например, не имеешь покебола. Так подбежал, показал рар кенди и привел покемона домой. Только теперь что-то он не хочет идти. Ладно. Так. И в этом эпизоде я уже хотел, ну, хотел и не хотел, но, ну, как бы я уже прокачал Армалду. Статс. Ну, нормально так. И атаки много, и дефенс много. Ну, так как я его прокачал, я как говорил, что я буду качать покемонов всех по очереди. Так, что... Да ты дурак. Что я прокачал одного покемона, например. И потом, даже если он очень-очень-очень-очень-очень сильный, я его просто откладываю в компьютер для того, чтобы взять второго покемона и прокачать его. Ну, я думаю, вы понимаете, зачем, так как у меня... Да вы заколебали. Так как у меня, как я писал, цель 30 прокачанных покемонов и 30 не просто-напросто словленных покемонов и запихнутых в компьютер, а 30 покемонов, которые прокачаны к максимальной стадии, к максимальной его эволюции, к максимальному ему развитию, можно и так сказать. Да. Вот, кстати, Кабутопс я заметил такие очень достаточно такие сильный покемон. Пум. И вот сколько он сносит с обычного удара. И вот этот удар, Мегадрайн. Вот. Он восстанавливает себе жизнь. И это очень круто. Так, все. Вот. Так, иди сюда. И кладем нашего покемона Армалдо, до исторического закаменелого покемона в компьютер. И достаем, и думаю, Райчу ставим тоже, так как, ну, я думаю, вы понимаете, Райчу уже прокачанный. Ну, Пикачу, потом Райчу, максимальная стадия. Эволюция. Поэтому я кладу его тоже в компьютер. И достаю, кого бы прокачать. И достаю еще одного Иви. И достаю Мачопа. Да. Два Иви мне за тем, чтобы... А, не-не-не-не-не-не-не. Я забыл самое главное. Возвращаем Армалдо. И забираем у него вот эту... Двойной опыт. Да. С ним намного быстрее качаться. И берем еще одного Иви. Меньшую чуть-чуть музыку. И один Иви нам... О, одишь. Один Иви нам за тем, чтобы с него сделать физического покемона. Да ты издеваешься. Еще один Иви. Один Иви нам за тем, чтобы сделать физического покемона. А второй Иви нам, чтобы сделать его... водяным покемоном, так как вот сейчас у меня в команде, вот тут, ну, не считая покемонов, которые у меня есть в компьютере, вот тут в команде у меня нету покемона воды. И поэтому я сейчас пойду искать камни воды, да. Я думаю, уже не... Сколько у меня там покеболов есть? Ультраболов, 10. Ну, думаю, нужно будет еще сделать. Так, это ставим сюда.
лучше на матчопа. И идем искать. Ну как? Покеболы. Чу, где нафиг покеболы? Идем искать камни воды. Да. И идем. А, да, кстати, я еще забыл, у меня нет уже покемона листвы, как бы деревьев. Это плохо, даже очень плохо. Я надеялся, что найду Бульбасавра, ну так как я его нашел два раза. Первый раз я его нашел, но я его случайно убил, так как Вартортла, твою ж. И, ну, не помню, когда убил Вартортла, но тоже, как бы, редкий покемон, такой как Шармандер, Бульбасавр и... Упс, опять что-то глючит. И Вартортл, да. Так как я нашел редкого покемона Бульбасавра, ну, как я говорю, я его убил случайно и не словил. Потом я нашел еще одного покемона Бульбасавра, ну, у меня тогда не было покеболов, потому что я умер. А потом, когда я вернулся на то же место, где я нашел Бульбасавра, его уже не было. И потом я нашел Вартортла и тоже пытался его словить, но тоже случайно убил. Ладно, идем искать. Вот, один уже, как бы, камень воды я уже нашел. Так, да, вот. И, ну, очень легко найти вот эти камни воды. Наверное, это самые легкие камни, которые вообще, как бы, возможно найти в игре, да. Не-не-не-не-не, не считая камни листвы. Вот, кстати, один я уже вижу, где-то там может еще второй. Они самые легкие, а потом уже камень воды. Ну, хотя, его тоже не очень таки сложно найти. Так, думаю, тут уже их не будет, хотя вот. Или нет, или это глина, я не знаю. А, не-не-не-не-не, камень воды. Так. Уже есть, да, уже два. Так, поднимайся быстрее. Уже два, и может где-то третий тут будет. Да, вот третий. Так как в одном озерке можно уже и два, и три, и четыре, и пять даже камней найти. Очень легко. Вот там я еще один камень вижу. Даже еще, не, да, еще один, вот. Уже, если я не ошибаюсь, это четвертый. Да. И думаю, уже больше в этом водоеме не будет. И поэтому иду, продвигаюсь немного дальше. Да. Так, бежим. Если у меня сейчас 8 раркенди и еще 7 яблок, то 15 уровней могу прокачать таки неплохо нашим покемонам. Ну, пока не буду, пока найду вот камни и превращу нашего Иви в Вапориона, если он так называется, я не забыл. Так, ладно, бежим дальше. Ну, нам сюда, не знаю, думаю, сюда нам не нужно, джунгли. Нам нужна вода. Еще 5 камней. Что-то глючит так, капут. И мне кажется. Нет, не кажется. Не знаю. Может, дождь идет и немного прилагивает. Ладно, идем искать камни. Да. Что-то я не туда забежал. Думаю, я уже найду. Постараюсь найти еще 5 камней. Хотя бы постараюсь сделать это в этом эпизоде. Ну, тут не будет, так как тут небольшая глубина. И тут, думаю, не будет. А вот там может. Нет, не тут.
Вот тут спереди. Так, бежим. Вот тут может, не знаю. Посмотрим. Бульк. И камни. Нет, нету камней. Вообще нету. Ну, самое лучшее это искать море, пляж, и там, как всегда, самое больше камней. Ну, в воде. Может, тут еще будет, не знаю. Да, вот я из... Да, один камень вижу. То бишь, еще осталось 4, да. Может, еще немножко вот сюда поплыву. И может, еще найду вот тут парочку камней. Хотя, я думаю, вряд ли. Так, гроза, молнии, конец света. Так, ну да, вот еще 2 камня. Это хорошо. То бишь, еще осталось еще 2. 1 и давай, а то воздух сейчас закончится. И да, так, выплываем. И сколько еще? Да, как я говорю, еще 2. Ну, найдись тут. Нету. Может, дальше будет. Немного. И нету. Да ну серьезно, еще 2 камня осталось, и мне нужно сейчас менять как бы район поиска. Нет, я думаю, тут уже не будет, хотя возможно вот там дальше будет, так как там больше места, ну, воды. Хотя не знаю, если честно. Ну, давай еще 2 камушка и превращаем нашего Иви в Вапориона. Вот тут может быть, не знаю. Вот. Нет. Ну ладно, бежим дальше. Бежим. Вот тут может быть. Нет, не тут. Вот тут. Ищем. Нет, тоже нету. Ну это капут. Да, еще 2 камня нужно. Я опять направление меняю. Да, что-то я не туда побежал. Ну, вот тут и... Не знаю. Ну, сейчас посмотрю. Нету. Ну, вообще капут какой-то. А тут будет... Да, один камень есть. Его охраняют вот эти рыбки. И еще один. Да, еще один. Ну, найдись, еще один камушек. Я пока что не вижу его. А, нет, вижу вот тут, да. Воздух и идем. Так, вот он. И все. Давай. Да, и все. И мы имеем 9 камней воды. Waterstone Shard, да. Так, телепортируемся домой. Home, телепорт. Вот мы дома. И начались глюки. Прошли. Так, нет. Что я хотел? Ладно, короче, сначала сделаю вот Waterstone, потом... Так, вот Water...
Да у меня же был Waterstone, я помню. Я его выкинул, потому что у меня не было места в инвентаре. Ну ладно, не так уж и сложно его достать. И вызываем Иви вот эту. И... Нет, не вот, не тут, мало места. Идем сюда. И вызываем Иви. И... Бум. Да, я что-то не то вы... Я случайно Рокенди нажал. И давай. Чух. И вот наш Вапорион. Прикольный достаточно такие. И... Ну, нормально. Вот у нас водный покемон. И думаю, нужно будет качать Мачопа. Сейчас, сколько у меня там? 7. 7, 7, 7. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И золото. Да, золото еще у нас есть. Нормально такие. И так, где еще? Вот тут. 7. 7. Думаю, потом нужно будет сбегать за еще золотом немножко. И так, 7 яблок. И сейчас делаем еще 7 рар кенди, то бишь еще 14 уровней. И это хорошо. Ну что ж, я думаю, на этом уже можно заканчивать. Мы уже нашли 9 камней воды и прокачали нашу Иви к Вапориону. И еще с помощью Раркенди прокачали Анорита к Армалдо. И сделали еще несколько Раркенди. Да. И да, я думаю, на этом уже можно заканчивать. Как вы видите, погодка дрянь. И да, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.